с бафами 104-5%. Так, Доларан, нет, К3. Сюда. Гильное кольцо, что выпало с жара. Точно. Агрос лайк, тебя не понимают люди. Сейчас, блять, один анрол. Я написал. А что за анрол? Да. Что ты хочешь за анролить? Свечение у тебя есть? Тогда что анрол? Может, трофей заберу, хуй знаю. Ебать, я на олене поехал. Без салазок нахуй на этот раз. А что за хуйня? А вы там в инста уже? Да я в инсте стою. А. И шкаф ставь. Да как хули тут один человек? Я лечу, короче, пока что. Так, надо стрим подрубить, вдруг кто зайдет позовить. Бля, Дестрика подрубить, что ли, нахуй? А сколько у нас? А, Вадя, отписывайся, да, от ВК 10, раз мы будем сейчас ставить КД себе. А чё мы 50 из 50 идем? Ебать, да вообще изи нахуй, хули там, блядь. Так, ну как раз у них там дружка есть, я нафиг там буду... Да ладно, ты агро, нахуй, это самое. Ну, у тебя все нормально будет 50-50, что сделать? Шо? Так у меня плащик из 50 из 50. Бадя, подожди, он увидит только твоего прекрасного ДК, мне кажется, он ротик закроет. Да, не, у него пожирнее он. Чутка, да? А что там у столовки уже, блядь? 272 плащ, наверное, да? Да. А что? Они не закрыли и ВК 25-50 из 50, насколько я знаю. Ну да. Я ж общаюсь с Суфом, я ему скидываю. Идол упал, запы упали. Да не, по агру у меня всё нормально. Зато Т9.3 нету. Суф, кстати, не закрыл. Вот тебе, кстати, тест, нахуй, сейчас на подавании. Попробуй сорви, блядь. Не, ну если ты с него сорвешь, нахуй. Я вафлики, я не сорву вафлики. А в чем ты сорвешь? Это доспех? Валик могут сорвать только. Валик, да. На вальках осторожно. А ты набираешь на первый агро, переключаешь сферу. И бьёшь, а я так и делаю, но типа... Никогда в жизни никто не сорвет. Столовка научит нахуй играть. Смотри, хорошо, переключаешь сферу. А, я начинаю с такой же сферы, как и весь рейд, да? Да, да. А, смотри. 5 лпшек с рунником, а то и больше желательно. Ну, я все время табуюсь, я смотрю за агро на другой вальке. Там я что? Тоже смотрю за агру, но смотри, типа за прикол агру. В том, то, что... За агро, бля. Прикол в том, то, что она может, сука, и способность, типа, не заюзать, и, типа, рейд будет стоять дальше, нахуй, бить в одной сфере, а я уже переключился, и у меня рвут другую, нахуй. Ой, у меня просто такой... У меня такого ни разу не было. У меня просто такой, шарит кто-нибудь за эти... За расы, чтобы раскидали по расам. Мне похуй. Да я понимаю, тебе похуй, ты нежить. Ну я тебе помощника дал, если там кто-то значит что-то. Ля, ты лысый. Я лысый, я не лысый. У меня ёжик. Да вот лысый. Лысый. Стоит. А, кто стоит? Творожок? Да вот стоит. Да, лысый. А что ты лысый-то, блин? Подстригись, блядь, нормально. Валера отписался, у нас хила нету на кару, Гер, не понял, блядь. Как это нету хила, а я что, блядь? Не да хил? Ты слышишь, у тебя решаю послабей, Валеры. Да похуй, я там зайду, как нихуя там все начнет ебать разлетаться нахуй. Просто, блядь. Мы и так хили бэкшам их дру. Не, все, и заебись будет. Ну, щитки покидает Женя, еще, блядь, захили. Бэкшам эрдру, а ДЦ где, че, не, нахуй, надо. Че? А у нас только на смотрителе мы в ДЦ спекаем, и все. А все остальное хилим я, эрдрушка, и 4-4 эршам, все. ДЦшник, ты в Диси и революция. Революция что-то в камере. Революция, принимай сумму. Вот, блядь, подаван. ДЦшник. Так. Сейчас. Понимаю, тоже печеньки купил, красавчик. Да хули, блядь, ДТ5 контента. А, ну я тоже так подумал, да это 5 контента, а чё бы нет. Интересно, а можно самого себя присумонить камнем, ой, блядь, шкафом? Вроде нельзя, там да? Этот, приз что-то не сумонится. Приз заебал, чё ты там делаешь? Да, ночных эльфиек. А чё так много? Сейчас я ему, блядь, в чат спрошу. Приз, ты тут? Не приходит? Ну так ты, сука, проходку не сделал, наверное, нахуй. Есть другой перс у тебя? Короче, блядь. Этот. Давай, выясняй это. У меня другой вопрос. А, так, давай посмотрим на пати. Кого нам лучше взять? Рогу, да, наверное? Нахуя? Вара, Рогу. На пол же есть. Так, у меня другой вопрос. Нахуя на пол? Что дает тролль? Нихуя не дает.
Так. Нихуя бафов не дает? Сейчас приду, да. Ой, слайк. Так, ну. Гитара я себе оставлю. Вкусно. А человек что дает? Тоже нихуя? Да, он точно нихуя не дает. Ебалом торговать умеет. Блять, бесполезный нахуй. Сейчас ты бесполезная будешь. Меньше десятки дашь на первом боссе, фу. Ой. Удаляй кота. Так, это одно пошло тело, запросите там, может, в гильдии пойдет. Так, сейчас я еще в этой спрошу. Ну-ка, у меня здесь есть. Хилон, да? ДД надо. ДД? Можно хила, кстати, нахуй. Ёбан. Танка ищите, блин. Ищите танк. Я по ДДшить хочу. Ой. Хули, ой. Ищите танк. Иди, говорит, вайпайся, заебись. Чё ты уебался? О, а нахуй я хила буду искать, если Катя хил, блядь? Танка ищи лучше. Танка ищи. Да ты ебанись, танка хуй найдёшь, нахуй. Я 9к дам, заебал. Да я понимаю, что ты 9 дашь, блядь. А кто... Не спекаться, да, Войт? Ну да, блядь. Не, ну если вдруг отпишет какой-то хил, блядь, по это... По чудесному какому-то, блядь, мановению. Да лучше танк найдите. Да, ты ебал, отстань с этим танком. Было бы времени побольше, я бы и вторую сходил, блядь. Мак туда, Мак, поставь мне тогда столик, пожалуйста. Да, кстати, Мак, либо не столик, нажрёмся, блядь. Столик это заебись. Благодарю. Спросите в гиде, может тело какое-то пойдет? Не, никто не идет. Я написала, спрашивал только Эрдру 217. Не, нахуй. О, это нормально. Прист, конечно, затроил нахуй. С ником хочу какать. А ты переживал, ну, блядь, хули 230-й Вася, нахуй. Он, наверное, блядь, шмот себе, блядь, сделал, нахуй, вдонил что-нибудь там. Ну, ну. Это, ик, нахуй, десятку даже не закрыл себе, проходку, нахуй, не сделал. И плюсует такой Вася, блядь, я все захилю, говорит, блядь. Дима, чё, насчет такого хила согласен? Да, чё, нет. Мне вообще похуй. Главное, хилил, чтоб уметь. Умел. Блядь, столовка, там тебя жизнецвета кину, там, блядь, пиздец, хоть в луже стой, нахуй. Да-да, от тебя СС-ка. Окей, СС-ку еще по себе ебанешь, я тебе щиток еще кину, блядь. А мне СС-ку, это плюс 100 СПД. Нихуя себе плюс 100 СПД, это дохуя. Это, кто там в Дисе еще в пати, если вдруг у вас в гильдии есть кто-то желающий один ДД? Подаван. У меня такое ощущение, что вы голодные сейчас сидите, нахуй. В смысле? Столько доната, блядь. Ты, Вадя, ты в ДД спекнись, покажи ему ДД еще своего. Он такой, не показывай, не надо, блядь. Шмотки, шмотки, шмотки только. Подаван, тебе что, 13-ю зарплату дали в этом году? Посмотри его шмотки, шмотки, посмотри. Что там тоже, блядь, токены? А там нихуя интересно, на самом деле. Да, там только выбор гер 258, да, да. Ебать. Да и чё, блядь, видели, по скидке взял, выпал, нахуй. Скидка, нахуй. Вчера выпал, нихуя его я не... У меня, короче, шаманский посох, чтоб вы понимали. Ой, шаманский скипетр, 260-й пухи на... А чё ты вот у Кати по хилу, типа, посмотрел? Чё здесь вдонено? Здесь нихуя не вдонено. Не, в хиле вообще ни одного доната. Вот в коте, да, да, в коте всё. Там две тэшки вдонены. Кот это вообще отдельная тема, а вот хил полностью сам собран. О, без это я про кота и говорил. Ты же изначально в коте бегал. Так, Аркан пишет. Хули я буду дрочиться. Ну зачем нам два мага? Ничего, будет ебашить. Ну он 241, он нихуя не даст. Давай. Почему? Потому что 242 больше даст. Давай, давай, шкаф. 242. Вот мне интересно, просто два мага, как они будут давать, блядь. Сейчас посмотрим, блядь, хули. Надо же как-то, блядь, а понимать. Почему? А что, когда он пишет, что он 242, а на итоге он 241? Так, дис. Сейчас, пацан, блядь, я тебе дам дис. 5к дашь. 5к дам 100%. Ну, голды, если только в обмен, блядь. Так, даю приста баф.
Короче, рыбы у меня нету, там, может, у кого есть обычная или, ну, хуёвая даже. Да заебал, бомж, нахуй, заанроли себе чё-нибудь уже. Да, блядь. Вот, сейчас я сделаю рыбу, только тэпнусь, блядь, ждите на. Только топовую не обязательно, я могу за голду взять эту рыбу. Да я сейчас пойду сделаю, только пряности куплю. У меня рыбы дофига. О, у... вовремя ты СС-ку дал. Может, у кого-то с собой есть? Ты хочешь, я тебя чуть-чуть огорчу? Слайк, можешь у кого-то и есть. А что ты пишешь, один анролл серв? Я один анролл так писал. Вот рыбочка. А вот рыбу поставил, алло. Да, это кто? Я тебя кастрирую, сумоньте. Кто поставил? Тыкните я... в рудрус. СС-ка слетела, я тебя порадую. Что столовка, сколько рыбы это стоит? Да я ебу, мне похуй. У меня голду на 1300 на А, ну нихуя, так, ну ты красавчик, короче, столовка. Там это, я хотела маунта взять, давай это по старой дружбе, ты мне 150 голды ты сейчас кинешь. 150, подаван у нас соло танк, 2 хила эрдруер шам. Самое основное, если хотите 50 на 50, я, конечно, вам щиток могу кинуть под сейвить, там, спасти, но выбегайте из луж на первом боссе, потому что если мы на чудовищах ляжем, нахуй, будет вообще очко. Черви быстро упадут, зеленая, потом красная. И рев это просто отбежать от черепка. Все, проверка и будем ебашить. Тут разве боя падают? Не, это он. Да. Такой. Должно быть. Сова и Реймонд, чего вам не хватает? Так, у нас должна быть каска. Ганнибал. Ага, касочка. Так, рабка есть. Есть дебаф, есть, все есть. Рабка? Рабка. Все, запускаю, там еще не добавнули добавляйте. Так, слушай, ну, кара это хорошо, я пойду кем-то, нахуй, или паладином, или шаманом, нахуй. Не, шаманом, блядь, залупа. Не, ну, первых боссов, может, можно осилить. Да и смотрите. Я вас на деве вайпну, обязательно. Дева, она легчайшая, нахуй. Ну, к ДПСу требует. Слышь, Толовка, сколько у вас в каре гер дают челики, вот на Аране, на тени Арана? На Аране мало. Хорошо, ладно, сейчас после там босса, много беготни. После босса добазарит. Сейчас давайте соберитесь, внимательно смотрите, чтобы огненные бомбы под ногами не лежали. Из лужи быстро выходим и ДПСим по максимуму. С пула Arms War дает 35к. Тот рейд, который сейчас собрался, это 50 на 50, стопудово можно сделать. Я плащик бы себе взял тогда. Если он выпадет, конечно. Молодого танка, что ли? Конечно, аж зачем нам два? Там на усмотрение, из луж вышли. Мак тебя засейвил, смотри осторожно. Стаки дамажит еще. С набольда перекатились. А чё рвать будем, агро? Да он не тестик. Все, это лишнего не базарить, чтобы мы это не вайпнулись. Того, на танке? Из-за того, что люди отвлекаются. Так, столовка осторожно, на меня тоже кинул, блядь. Хули он пятится, блядь, немножко верни его туда. Смотрите, отойдите 20 метров, сало. Сало будете славливать. Все переключились в Снобольда. Не в босса, а в Снобольда играем сейчас. Снимаем. Он встанет, блядь, ДПС снижает. Все, босса дальше. Залупа ДПС, нахуй. Ну, чё, у мага заебись вот этого. На Б, который... На Б. Снобольда переключаемся, все уничтожаем. Блинк под босса. Фул ДПС по Снобольду. Че его так мало дамажу, блять. Все, сейчас Снобольд. И босса добиваем. Полдай, Боб. Боб, ебани, Боб, по ДПСу. Ганнибал, ага, красава. Все, он набирает агро, сейчас там сильно не врывайтесь. 5, 4, немножко задотаем. 2, пару дотов повешаем. Во вторую переключаемся. Давай, революция, рост. Геру, Геру, Геру. Шаман, шаман, шаман. Блять, ты тут? Вот. У ДПС. По зеленому уебку. Я в каре Гер в это на ране десятку дал с УПСником. Но другие что-то слабые были. Так, зеленая на Кате. Там смотри, ее разморозишь сам. Катя, ты в луже, смотри, лужа растет, сдохнешь. Меня хилит. Толовка хилит. Катю разморозь, Катю разморозь.
все, хорош. Так, тебе еще ток. Вторую, последнюю добиваем. Все, тут уже похуй. Она пока ползучая будет, мы ее захуярим. Бать, мы наебываем. ДПС хуёвый, что? Так, сова, заебись. Блядь, да тут пиздец нахуй рейд, я хуёв. Чё? Ну смотри, маг десятку жмет, вот этот, который Реймонд слабый, семерка почему-то, или он часто в лужах был, или чё. Посмотрим дальше уже. Так, меня кинулось, щиток себе дал. Успеет закопаться, нет? Тварь, не закапывайся, все. Этого петуха теперь. Возле альянсовского щита, вот здесь, где черепок, где я стою, дамажу вас. Пал, у тебя вкач... Ганнибал, у тебя вкачана эта хуйня, сейчас соберитесь, поставь ауру на лед. Да-да-да. Вкачан у тебя этот, снятие станов видом. А, хорош. Он написал, да. Все-все. Это самое главное, близко к боссу находитесь, но это не слишком близко, чтобы вертушку вот эту ловить, да, с фридом. Вот, все, заебись, красавчики. Теперь просто от черепка надо будет отбежать, сейчас он прыгнет в центр, мы его разъебем. Торпеда ебаная. Оп. Смотрим черепок, на ком, возле столба, от столба отбегаем. Все, и фул ДПС, блять, там что-то пет. На пета не триггерится, да? Нормально все. Что мана нет, нихуя, надо точку ждать будет. Блять, я вообще ума не приложу, как мы тот раз убили в... Вот он два раза врезался, и мы его убили в 25-ке. Это я вообще не понимаю. Какой там ДПС был у людей? Так, штучка. Мак, 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 глыба. Ёбаный рот, нахуй. Подниму. Отбегаем. Не, не надо, не трать БР, мы добьем его. Не надо, окей. Не надо, не надо. На Джоре может пригодиться, на Джорике. Ну вот, чё ты, сука? Я тебя выберу сейчас цель. Реймонд, нахуй, какого хуя? Ты что, блядь? Как ты смотрел, блядь? Ну ты бежал по его траектории, он в тебя врезался, блядь. Ёбаный рот, нахуй. Ты что, не понимаешь? А я ебу нахуй, как ты выжил. Бак это ебать. Сейчас убьем его, все, нормально. Не, я понимаю, просто, ну, ты, блядь, его стригерил, то, что он версу словил. Просто минус скролла ему дай, и все. Да не, минус скролла я не буду давать. У меня тут анролл, блядь, минус скролла. Короче, я, видишь, я видео пишу, нахуй. Я не просто так камеру навалил, смотрю, что это ты был. Пидерс, я нихуя не выпал, что хотел. Так, давай сразу. Профа у кого есть? Кузнечка. Сразу профу линкуйте. Слай, где у меня кнопка ролл на панели? Ганнибал. Запускайте босса, я пока разролю. Ты там выпал, так, блин. Кольчуга. Шаман, слай, это поебан. Тебе. Ван, слайд, я пошел. Стоять. Так. Меткость, крит, перчатки, подаван, ретрик, надо тебе? Да не, не, пусть забирают, у меня это 4. Они неплохие, там и две дырки, и этот, меткость. Хорошая тема, кстати. Надо задуматься. Так, ну на жорике революция, шаришь все, да? Черепок захилим, это поедание плоти там или что там, испепеление плоти, чтобы по рейду ешка не была. И лужу выносим, лужу крестик из мелизоны там, смотрите. Так, ну что ты говоришь, мало даете? А сколько мало, сколько это? ДПС, какие цифры у всех на выходе? Столовка. А. На Аране, Каригер. И... Ну, там, видишь, беготни дохуя, типа, что-то в районе 60к, а с пула там вар вообще 35 ебашит у нас. А этот, даю, пристабах, даю. А этот, хилы какие? 10 секунд до боя приготовились. Хпал ДЦ. Хпал ДЦ. Суф с нами не ходит больше. А хпал в 4-4 или нет? А, типа, припоты пьем, 3-2, 1 пьем. 4-4.
А там моментальные шоки есть. И чё? Я думаю, здравая тема. Бать, ты там хуяришь на кнопки, ёбаный рот. Подаван, да ты так хуяришь? Да. Так, ну два мага сдиспелят, я думаю, стаки. Портал переключились, все быстрее-быстрее портал выхуяриваем. Ты не бегаешь, ты на месте стоишь, маг. Сейчас вторая баба выйдет. Сейчас будем баб заливать. А, друид, беги. Друид, беги. Переключились в баб, фулл ДПС по бабам. Прям в баб переключились. Их надо залить обязательно. Потому что они сало дадут хилам, и мы выпнемся. Так, отлично. Все, их туда пинаете там. Дальше бьем. Шам хилс, пока. Так, ну будет. Т4 будет, да, тебя на вулкане? Да, 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 да. Если что, там щитки покидают, посейвли кого-нибудь. Готовимся, вулкан скоро. Вулкан все быстро-быстро свичнулись. Чтобы инферналов много не было. Максимальный захил, щиток шире. Щиток локу дал. Гимн ХП сдаю. Одно тело уже лежит. Это ретрик. 50 на 50 надо было нажимать. Инферналов бьем, да, поднимать? И меня захиливайте. Все инферналов. Там далеко, блять. Инферналов бьем, они бьют, дамажат нас, нахуй. Все в инферналов играем быстрее. Ретрик на будущее 50 на 50 здесь. Поднимаю шама, я ретрика. Шестрей, шестрей. Совушка. Сова, поднимай эту шаму. Катя, захилю черепок. У себя. Сова, ты тут? Да, так. Он бежит поднимать. Ага. Так, даю вам пристабав. Ханта захилить. Короче, ДПС, что, еще портал будем бить, а до вулкана, думаю, не доживет. Портал все быстрее переключились. Ближе чуть-чуть. Все, босса доигрываем, дям. На бабу похуй. Ну пиздец. По гнезду. Ну я вижу. Нормально. Мак, ты чё? Революция, ты чё, блядь, спишь? У меня КД на хил, живите. Щиток, да. Революция, это просыпайся. Так, чё там? Сфера. Кинжал какой-то обоссан. Ну кинжал, этот, на кого бог пошлёт, короче. Так. Пока не запускайте, сейчас я три шмотки. Кожевничество. Так, у меня тоже есть кинурол. Ганнибал. Дальше сфера. Сферу ролим. Так, подаван. Подаван. Дальше. Реймонд Дудаш, подаван сферу. Кожа. Дух, крит, обоссанный пояс, никому не нужный. Так, на кого бог пошлет, да? Значит, на сову пошлет. Дави, у меня нормальный пояс. Все, запускаем. А, ну здесь... Так, я запустил, отходим к карданским щитам. Еще раз баф даю. Ну, просто тактику, знаешь, бесконечно. Так, сейчас главное, вот на этих чемпах можно упасть, но не нужно, как говорится. ДПС это хуище, надо зазергать одного и дальше проще будет. Сейчас по контролям разберемся. Два друида есть, это вообще мега круто. Аковы, два друида, паладин, лок, блять, у нас пачка пиздец, конечно. Маги там рассчитывайте на бурс, на чемпионов, надо будет разъебать одного. Сейчас посмотрим, кого удобнее будет. Кстати, вот хочешь прикол? Сейчас посмотрела, кто у нас подписался на кар, да? А там у нас ДК 197 подписался левел. Ну, может, он не шарит. Так, знаешь, нормально. Будем кого зергать. Да зергать. Не,
Это так вам кажется. У него ПВП просто сет одет, так что нормально. Так, столовка, значит, Катя, смотри, Катя, будет твой ДК, ромбик. Потом звездочка, звездочка. Сова, твой ретрик, звезда, три вихря, три корня, покады. Так, первого убиваем Шабада. Блять, шакал еще ебаный. Ретрик скидывает корни. Тогда сова по шакалу поиграет. Сова, вот мена, играй по квадрату. И вихря, и три корня. Так, ретрик, три ум, юзает. Вообще изейшая, кстати, пачка, в курсе? Да, пачка изейшая, но нас она разъебет изи, блять. Значит, подавай, смотри, оковы на ретрика, потому что это магия. Потом, кто у нас там? Он скидывает оковы. Короче, два мага, слышите, в DC? Значит, есть там антар такой, сейчас я этого пидора выберу. Вот этот вот уебок, он хилит, короче. Ему иногда каст сбивать, я знаю, у вас там 20-секундное КД, овцу можно в него кинуть. И сбивать косты, когда он хилит. Два мага нельзя ставить. Похуй, это самая столовка. Ну, съебал столовка! Твой луна... ГКД словят. Твой луна, сам знаешь, дерево, оно нам вообще неприятности не доставит. Все, значит, тактика этого, как он называется, блядь, подавана. Гриппаешь череп к нам и оковы на Бельнора, и Бельнором занимаешься. Ну и кидаешь сало. Можешь сало кинуть в антара как раз, 5-секундное свое. Мы зергаем череп под Геры. Так, ну все, проверка. Все, на счет 3 подаван будешь гриппать и бежать. На счет 3, давай, 1, 2, 3. Давай, гриппай. Гера фулл ДПС по Шабаду. Так, фир въебал. Так, уход тень. Катя, живи. Разъебываем. Стало жить. Сова, дай БР. КД у него, мы оба отдали БР. Шабада, играем, остальные контролим. Как ПВП играем? ДК контрольте, я шупала. Дерево хилит. Так, следующий звезду играем. Звезду, остальных всех контроль. Промах, что, блядь? Так, столовка, съебывайся. Звезду разъебываем. Вот, звезду все. Ретрик, давай там бопы по магам кидай. Вон по на Б, который маг топ ДПС дает. Так, ДКшника филяю. Тучку сдал. Пошел нахуй. Разъебываем звезду. Остальных контролим, как ПВП. Давай, сейчас он сдохнет. Сука, я, блядь, диспелить забываю. Мне хоть говорили бы. Маг, живи, глыбу еще отдавай, щит маны отдавай. Так, диспелил. А почему не диспелилось? Сейчас еще раз. Мисс. Диспелил. Ебаш. Ебать, сейчас 2 милика разъебут, спасите, умоляю, нахуй. Щиток, это мне его жалко. Так, щиток дал. Следующий ромбик играем, ромбик. Так, сейчас этим пидором фир дам. Ты, сука, тварь. Дал фир. Так, диспелил.
Блять. После ромбика квадрат разведем. Так, спасайся. Тучку надо сдать, маны нету. Потом гимн ждам. Все, ромбик разъебываем. И квадрат играем. Так, щиток дал. Так, сейчас пидором эфир дам. Все, и на вальтах главное не упасть там. Там хилы мощные, должны вывести. Надо, чтобы кто-то половил еще. Предлагаю отправить лока ловить. Лок умеет? Да, блядь, типа он, видишь, два шара полетит, может упасть. Забанил? А лок умеет, да, столовка? Ну, вообще хантов ставят, ничего. А мне больше да нравится, тоже альтернатива, что ты. Там вилки есть, если что, спастись это, можно хоть. Кружок играем, кружок. Дерево дальше, контроль держим. Сейчас БР откатились. Че у нас Эрдру лежит вопрос? Пригодится. А Эрдру в самом начале сожрали ДДшники. Чирик нашел, да? У тебя СС кстати, есть столовка? Да, откатился. Ага, сейчас на вальках надо будет дать. Только надо подумать, кому, блять. Ну, Катя, наверное, дашь. Страховать СС. Все дерево разъебываем. Ну все, а у нас есть. Шама вставалка есть или он ее еще не использовал? Шаман. Революция тут. А то мы вроде его только бэйрили, а вставалку он не юзал. Ну, насколько я помню. Он, по-моему, не в 10, что-то он не отвечает нихуя. Шаман, ты тут? Революция. Это, вставал, приезжает, не юзал. КДМ пишет. Может, да, ну бы открежется. Поднимите, пожалуйста. Так, какая-то санина выпала. А, меткость крит тапки, да? Грет в пену. Придержу, может быть, их заберу, хуй знает. Когда Мак обрадовался ботинком. Да не, я пока не знаю, заберу, нет. Они по сути хуёвые мне. Ну у меня, видишь, с духом. С духаст. Ну не знаю, хасты немножко проебут, хоть нормальные тапки будут. Но мне еще там. Хуй знает. Так, сфера. 92, да, красавчик, будет красавчик. Так, одна закупка на нуба. Кольчуга. Это шаман. Все, отходим к воротам к зеленым. Так, топ падал бы баф. А че сапоги? Локу нахрен эти сапоги не нужны. Да почему нормально? Ничего. Помойка. Я же афлик. А, ну ты-то афлик. Так, челик там отошел. Тут самое главное, нет, короче. Нет. Я пока запущу. Будем брать все черные. Так, ловить будет кто? Кто будет ловить, сука? Кто будет ловить? Сова, есть еще мишка? Нету. Так, мы берем черную. А я хуй знает, вывезем. Дим, дай рыбку. Мы проходили, чтобы не ловил никто здесь? Я вот не помню, блядь. Просто ну, если... вообще, да, проходится так. Да? Но... Тогда у нас хил... А, мы и хилили Эршам Эрдру с Валерой. Только будем, Валера... Ну, будем считать, я щитану там кого-то на удачу. Маги, смотрите, если увидите... Это... Если увидите, да, что шарики будет. Летят в рейд, нажимайте глыбу. Если два шарика. Один шарик, ну, не шотнет, его захилят. А если увидите, что один-то прилетел, и рейд еще не фулл хп, то сдавайте смело глыбу. Вот. Ну, шпшника с одного, не, с двух не шотнет, наверное. Вот. А этот... Но я постараюсь по вам щитки дать. Ну, короче, смотрите, щит маны, если глыба будет в КД, щит маны, тыкайте на себя. Лучше выжить. Вот, я тебя поняла, режим оверхил включен. Режим оверхил. Сова, да. Сова готовь, если что, идер по мне. Хант, ну,
ты, короче, это, и смотри, на ханта держи, там жизнецвет. Хант, короче, белый, полови как можешь там. Ну, типа не упарывайся в то, что если летит два шарика разных цветов. Типа, пускай лучше один в рейд залетит, чем ты сдохнешь. Рейд захилят. Ну или смотри, если уверен, там, не знаю. У тебя голос здесь есть, Хант? О, Монки! Да. Ага. Если еще скажешь, я тебе щиток дам, если будешь не уверен, что выживешь. Хорошо. Подглядывают бразилец, Монки за ним. Готова? Да. Я смотрю, кто подглядывает. Все, значит, на счет три пулять будешь. Никто не бьет, нет, не бурстить. Никто не бурстит, маги, не бурстить, потому что вы сдохнете. Это, ну, даем секунд 10, не знаю, 15. Потом мы успеем все убить, блядь. Главное, чтобы все живые были. Все, давай на счет три пуляем. Раз, два, три. Давайте готовимся. Потихоньку ждем. Сейчас он поставит. Потом еще секунд 5 пройдет, и только тогда начнем. Так, помогу щиток. Шаман, цепухи по КД. Все, можем ебашить. Так, надо это самое квадратик. Пул ДПС. Погнали. Так, спецспособности пока не вижу. Так, мне за ХП смотрю. Так, белую берем и Эдис бьем. Белую быстрее, быстрее, не проебитесь, это воронка. Магу щиток дал. Второму магу дал. Спасайте мага. Переводим. Бьем сейчас без метки, которая. Переходим. Так, сейчас мы белый ловим. Хант черную берет, черную ловит. Бьем без метки Эдис. Сова. Нормально, когда этот СС была. Бьем эту же. Ай, сова БР дай. Сбивайте каст. Так, читай гимн на ману. Рэп. Фул инера все отхуяриваем. Пока без метки бьем, пока так же. Так. Немножко выровнялись. Сильно хилим, прям сильно. Маги, смотрите, что говорил. Глыбы, щиты, маны, всю эту хуйню готовь. Давай, когда скажу, отдашь спокойствие. У меня еще гимн на ХП есть. Берем черную быстро. И бьем квадрат. Тут ДПС по квадрату. Нужно снести щит. Отлично, прерывание, каст. Все, не переводим, здесь добиваем. Просто разделываем, если что, гимн подам. Блядь, ебаный рот. Просто добиваем. Так, сферу вижу. Ролим сферу. Так, 84 Ганнибал, 91 сова. Сова, где ты, блядь? Ну, подожди, что там? Понимаю. Шея? Не осилил, блядь. Шея, говоришь, да? А, нихуя. Шея. Что здесь? Инта. Крит, меткость, ну ты тоже, блядь, на кого-то на сову. Да, Макс сролил вообще сферу. Да, ну это, Реймоду передай, сова. Похуй, ну если похуй, то оставляй себе. Рольте шею, крит, меткость. Ну это бомжам каким-нибудь на второй спек там, блядь, если островной нету, но до беспеки. Кому-то надо вообще? В революцию закидываю. Тыкните шкаф. Пойду в демона спек. Сове закидываю. А, революцию? Все, тогда революцию закидываю. Там если еще разберетесь. Токен. Ой, блядь, не токен, это выкройка. На Ануба сейчас приготовьте, сейчас
немножко еще простудируем, что там делать. Суманите меня. Суманите, шкаф стоит. Так, что это за рецепт? Кожевничество надо рольнуть. Рольнул. Изи. Блять, отдавайся, хватит. Дальше что тут выпало у нас? Огнестрел. Ну это вары, роги и хант. Тупой. Хант, короче, тебе там на трансмут нахуй. Все, запускаю. Короче, на Анубе. Мак просит покурить 2 минуты. Кури, 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 кури. Время есть. Сейчас он пока запускаться будет 1.5 минуты. Там еще мы, блядь, добежим, блядь, 30 секунд. Еще минут. Слайк. Сколько Женьку заплатили, чтобы он вайпал у нас рейдера? Слушай, я не знаю, блядь. А что он вайпает? Что вайпает? А он нахуй каждый КД мрет, нахуй. То на реве, то еще где-нибудь. Как тварь. А он что, вайпает? Он был у них в гильдии, в итоге они его, он вышел с рейда, его кикнули, и все, и он ушел к нам. На попрощались с вами. На ШП. Но у нас он, кстати, нормально вчера делал, все. Я говорю, сколько вы ему заплатили? Я ничего не платил, я такой хуйней не занимаюсь. Ну мы тут так просто с ним начали снова общаться, и он решил, походу, нам помочь. Блядь, даже не нормальный тип, блядь. Ну, уже слабкая это, наверное. Ему постоянно. Просто надо... Ему надо обычки ходить, нахуй, чтобы не подводить никого, блядь. О, кстати, я тут в DC когда-то был правый подмыхрена. Ебать. Ключевое слово был. Угу. А теперь ты тут никто получается. Короче, значит, на Анубе, смотрите, будем надеяться, что мы переведем в одно зарывание. Это будет очень круто. У нас есть один боб. А, так, я в тучке. Паладин. Шаришь, да, бобы кидать. Там посмотрим, на кого кинется. Протянем время бобом. Все остальные тоже шарят. Когда на вас кинули боб, обязательно отслеживайте время, сколько на вас бобу осталось висеть. Стойте возле лужи. 3 секунды остается, запрыгивайте на лужу. Все остальное, значит, если это, шипы находятся у круга, где босс стоит с пула, то все уже перемещаются ближе к центру, чтобы уже ближе было до паутины бежать. В центре основная наша позиция, бьем скоробеев. Скоробеев бьем сильно, потому что если вы будете хуёво их бить или вообще не бить, лакать, то они будут отхиливаться на фулл хп и вешать много стаков. И хилы нас просто уронят на последней фазе. Вот жуков, копателей, которые... Значит, я буду одного кидать в оковы и одного будем зергать под боссом. И потом сразу освобождать и второго тоже подводить и зергать. Подаван. Если фаза... Линкани 50-50. Если фаза начнется и вылезут жуки, и я скажу в них играть, это значит надо в них играть. Вот. Только когда я говорю контролить, тогда контролим. Значит, паладин... Или тебе достижение надо именно? Да. Так, паладин, чтобы нам с тобой ориентироваться было. Твоя сторона левая, это где звездочка. Моя сторона будет правая, это где кружок. Но... Если будет этот... Рыба стоит. С одной стороны выходить два моба, твой моб будет ближний. Это касается третьей фазы, когда уже мы добиваем босса. Слышишь, Редрик? После нерфа, братан. Значит, ближний будет мой, а дальний будет мой. Потому что у тебя покаяние мгновенное. Когда покаяние кончится, или вдруг если слетит, ты кинешь фир по нему. Так, ну а дальше у нас вроде вариантов больше нет, только совидный ветер, если вдруг еще жуки выйдут. Я думаю, там за ДПСом. До нерфа, кто круче, на твине. Так, касаемо меток ледяных, аура, значит, это льда у нас стоит, где аура, не вижу. Стоит, нет, что-то не видно. Тогда вам. У меня на третьем твине и ВК-25 закрыто. Паладин, прием. Ауру от льда включи. Не огня, а от льда. Вот. Это самое. Значит, на третьей фазе, когда будем добивать уже босса, хилы держат нас на маленьком количестве хп. Маги, очень внимательно соотслеживаем метку на себе. Если у вас метка кинется, то сразу нажмите глыбу. Снимите с себя глыбу и дамажьте дальше. Вот. Ну, там уже дальше будем надеяться на то, что я кину щиток, и хилы вас поднимут быстро по хп. Пал то же самое. Если бабл не в КД, и видишь, на тебя ледяная метка кинулась, сразу баблом ее снял, и все, хилам будет проще. Мы просто сразу выживем.
Ну, соответственно, подавана на фулл хп, остальных там осматриваем. Ну, можно магов поднимать больше половины. ШПшника не надо. Ну и за собой смотрите силы, чтобы не сдохли. СС есть? Нет, окончилось. СС сколько КД? 3 минуты, 4 минуты. На перекопке дашь на Катю. Так, ну еще сова, если что есть. Все, значит, так, жрем рыбу, сейчас я пожру. Мажем грудаки, пьем фласки, сейчас я еще фласку выпью, блядь. Минимум ЛКшные фласки, чтобы были припоты, блядь, на хосту, на всю хуйню готовим. Нам надо его захуярить. Да, саппорт можно. Я ШПшник, у меня, блядь, там минус 15% от облика. Не похуй. СПД просто. Так, сейчас грудак намажу. И все это разъебем. Так, грудак. Я все прослушал, но ничего, да? Ничего, ничего. Жировный тип. Наверное. Очень соберитесь, очень внимательно, блядь. Готовность. Отчет, значит, будет. Пул, значит, будет на счет 3. Готовимся пить припоты. Так, на счет 3 приготовились. Раз, два, три. Пуляем. Пул ДПС. Так, сферу, кстати, разбить. Так, жука бьем. Сфера есть. Жука фулл ДПС. Заводи, заводи. Фулл ДПС жука, зарывание. Стан дайте. Второго освобождаю. Да ты забери стаунтер с меня. Ага. Сбейте каст. Фулл ДПС по жуку. Так, доток не вышел, босса бьем. Ой, блядь, надеюсь на ваш ДПС. Я так много слакаю, блядь. Вторая пачка жуков будет, также надо будет ее разобрать быстро. Жука с лужи надо будет отнести. Так, жук. Да, не пускай постоит. Жука бьем. И все, и в босса после этого жука играем. Этого жука на перекопке забьем. По боссу, по боссу, по боссу. Ярим. Это пускай постоит пока. Все, выводи босса, выводи босса. Служи выводи. Готовимся, готовимся. Все, зарывание, служи, уходим. Жука играем, на лужу его заводим. Фулл ДПС по жуку. Воды возьмите. Лужу воды. Так, на ком черепок? Все. Паладин, готовься с бопом. На хонта. Копателя быстрее, весь рейд играет остальное, кроме хонта и ретрика. Все, скоробеем пошли. Поскоробеем быстро. Максимальный ДПС по скоробее. Собирайтесь в центре, я вам говорю, где я стою, где локовский портал. Бегает только метка, блядь. Быстрее по скоробеям играем. В центре мы стоим, чтобы вот такой хуйни не было, блядь. Хули ты там стоишь? На воде. На воде разбейте одно. Вон там разбили. Угу, все, есть, есть, есть. Все, скоробеев играем. Снимите скоробеи. Беги, малышка, беги! Все, босса. Сейчас лужу сделаем. Здесь, здесь сделал лужу. Скоробея все добили. Надо переводить босса, значит. Так, одного контролю. Это вот, вот этого бьем. Так, забирай как можешь. Эволюция не сдохнет. Щитов дал, революция. Жука быстро убиваем. Жука быстро убиваем. Когда скажу босса бить и жуков не бить, тогда это самое. Освобождаю следующего, готовься полнить. Бьем жука, копателя. И фул по боссу. Так, шаман. Геру? Давай Геру, будем переводить. Фул ДПС по боссу. И жуков, когда переведем, будем убивать. И одного в шаклы сразу кину, одного сразу под ванной себя забираю. Сейчас посмотрим, с какой стороны. 3%, готовимся. Так, шаклы даю здесь, с кружка. Этого берешь на себя. Перевели, в жука все переключились, в нерубского переключились. На этого, что-то, ну, метки хилим, самое главное, метки. Да, это мы договорились с шаманом. Шаман натирает. Копатель освободил, под ван забирай. Копателя переключились, убиваем. Все, следующий будет контроль, прист. Ретрик, с твоей со звездочки. Или, ах, сука, гимноману даю.
Шаман, не проебись, шаман сейчас убьет тебя метка. Сука. Да я хилю, все, я метки, он рейд. Все, фул ДПС по боссу. Выходят жуки, будем контроль, давайте добивать. Смотрим сейчас на кого метки. Глыбу маг отдай, глыбу маг. Лука захил. О, все. Так, отдал шаклы, отдал с кружка шаклы. Все, отдал пал. А корни это нормально? Нормально. Каст. Блять. Ретрик, готовься посматривать на того моба. Каст. Даю оковы. Даинах! Это... Под руинах! Срочно! Моба, забираем себе под аван. Благодарим. А Ретрик что, покаяние не мог кинуть? Да сова, нахуй ты кинула. Все, бьем босса все, фул ДПС, блять, ебашим. Из всех сил. Давай. 500 тысяч, разъел бы. Метки захили, нормально все. 200 тысяч. Жуки вышли. Просто молимся, нахуй. Просто молимся, ебать. 100 тысяч, 50 тысяч, 20 тысяч. Сука, тварь. Я в демона, нахуй, прыгнул быстренько, да. Так, поехали, разрыв. Сфера. Пацаны, короче. Кто знает... Хочу, короче, собирать два статика на 9 утра примерно по МСК для ДВшных людей. И второй статик где-то на 17 по МСК. Десятки. ИВК, Карагер. И в будущем там ЦЛК, Зуламан и вот эта вся параша. Если кто хочет, пишите в Диси это. Может сейчас в Диси мне написать, там плюс, там еще какую-нибудь хуйню. Там спишемся в будущем. Так, надо кинуть ролл. 82. Это я, получается, выиграла, красавчики. Дальше. Да ты собери сейчас все, сундук же может. Арбалет. Щупать. Сундук 5 секунд. 5 минут стоит. Сейчас разобрать. 5 секунд. Кистевое, плащет. Хант, на трансмут нахуй собираешь просто, блядь. Топор ФДК, да? ГЦ подаван. Так. Дальше, что там выпало? Какая-то кожа обоссанная. Крит. А сила атаки на кота, короче, забирай на трансмут тоже. Ну давай. Так, зырили на сундука. Сука, какой там плащ выпал? Не позырили вы? Пелерина. На. Все, позырим, какой. Кастера, кастера. Ну все, я сразу могу сказать, что это анрол. Потому что у ноги получаются. Потому что у меня боссовый плащ, а тапки мы это я тебе дам, маг. Ну, в смысле, паролишь. Дальше кистевое АРП. Кистевое это на кого? На Энха. Крови, да? Нету. На меня можно одеть. О, Шантис хочет. На, там забирай, Хант. Пусть берет. Так, трофей один тебе сразу на, а три других. Мне трофей, пожалуйста, один. Так, вот тебе один трофей. Еще три трофея надо кому-то. Вот прям кто будет их носить там. Я одену сразу же. Если так, три трофея отдашь. Тебе три надо сразу? Ну, мне три как раз и надо. На Т9. Этот, совать. Отдаю? Ладно, все, отдаю под ванну тогда. Остальным там, ну, 50 голды, что продавать. Лучше одеть. Так, подаван. Где-то пить. Подаван. Дальше. Все, займись. Маунта ролим. Ролим маунта. Дима, маунта ждет, маунта ждет. Там Хант просит, но я не знаю, подаван сам смотри, отдашь, не отдашь, там как у тебя по ОД, я хуй знаю. Так, 95. Так, мне твой ШП нужен в статике, но. Да? Почему? Потому что ты ебашишь. Ну, я в гильдии Гринхилл, там ДВшная гильдия. Там я в статик, вот Карагер, у меня, считаю, ЖКД, там 5 боссов я закрыл. Хуёво. Ну да, то есть, блядь. Так, Реймонд, где ты, блядь, какой пати? Так, первая. Реймонд выиграл, если не ошибаюсь. А зачем Ханту? Ну спроси у него, он тебя спросил один, можно трофей? Спроси, напиши. Ты спроси, зачем ему, чтобы он тебе объяснил там, на, куда у меня, он... короче, последние ШП, которые были на этом боссе, на Анубе, они 2.8 все давали, на. Я их всех попсикал. Что значит 2.8? Ну, 2.8 к депеса. У меня не было нормальных ШП, которые вообще, ну, дамаг дают. Так, значит, у нас ГМ такой. Хант выиграл. ГМ такой. Всё. Ну, у нас этот... Весь лут распределен, все, всем спасибо, как всем красавчик. Как дает уже 10-11 тысяч ДПС? Видео записано. А, подожди, тапки в натуре, да. Хорошо, что я помню. Тапки, Реймонд, в натуре, блядь, нормально все. Ушел бы сейчас с тапками. Нет, блядь.
Смотри, сова ролик нахуй. Сове нормально, кстати. Реймонд кидай. А, это... Это не Реймонду, это вот этому. Там сова и второй мак они кинули. Сове вообще, они топочки. Ай, да, сове топочки. Так, у нас сова. Топочки ГЦ. У меня тоже такие на сове. А нет, у меня не такие, у меня с духом обоссаны. С ИВК-25. Все, все красавчики, всем спасибо. Лучшие. Хотел пояс, забрал топ-плащ. Ну, в смысле, не топ. Хороший плащ, скажем. Насчет статика, Реймонд. Я видел в чате, что ты искал. Слушай, я гарантий никаких не даю. Я как бы, ну, не, ну, я сижу в игре, играю там разными персами, но я вот статиком конкретно не задрачиваюсь. Типа, если вот какие-то знакомые люди будут, как сейчас, типа, там столовка, там Катя, Подаван. Типа, ну, у них там и свой статик есть, как бы. Ну как статик? Кто пришел? Да я понимаю, пришел. Что Кару и ВК, блядь. Это видишь, я спонтанно собираю рейды очень редко. А так статик, это надо прям, блядь, чтобы кто-то был знакомый с гильдией. Если у тебя еще какие-то кореша есть, если ты, допустим, там хила танка приведешь, можно будет уже подумать, как поспамить там, чтобы кто-то поспамил, пообсуждали мы вот эту хуйню. Ну, с 9 по МСК где-то ДВшные я планирую, с 9, с 10 где-то, вот такие десяточки быстренькие. Плюс на вечернее сибирское где-то время, на московское, там с 17 по МСК до 20 по МСК я планирую вторую десятку. Вот. Ну там это, в Дисе мне чертанешь, если что, чтобы на связи были, там как-нибудь спишемся. Ладно, все, всем это, удачи.